Это я, ребята. С вами всегда на связи. Очень красивая. Посмотрите, какие необычные. Тут есть сердце. Розовый лысый ежик. Ребят, мы идем покупать попкорн. Всем привет! С вами канал Red Fox Smile и я София. И сегодня я для вас снимаю влог. Ба-ба-бам! И я вас хочу познакомить с моим любимым человечком. Идите сюда, человечек. Это моя мама! Мы сейчас идем покупать подарок для моей подружки на день рождения. Передаю тебе привет, Маша. Привет, Маша. Моя подружка в школе, с которой мы видимся всегда, кроме субботы и воскресенья. Да, может, и тогда мы видимся. И я хочу им купить классные подарки. Еще я ищу себе теплую обувь, типа уги, мунбутсы, потому что не хочу, чтобы мои ножки мерзли в зиму. Мяхи! Няшность. Вот что это? Это ёжики. Няшность. Очень красивая. Посмотрите, какие необычные. Тут есть сердце. Вот это. А мне нравится вот этот. Желтый, да, конечно, солнечный. Мы уже выбрали подарок Маше. Вот. Фиолетовая пижамка. Фиолетовую или вот такую, может быть, флисовую? Давай фиолетовую. Ребят, а вы пишите, какая вам больше нравится. Ну, а для Саши мы выбираем фиолетовую. Девочка с зеркалом. Привет, смотрите, какие няхи. Правда, няшность. Ребята, у меня вообще просто нету простых карандашей, и мне их надо купить, поэтому сейчас... я иду покупать простые карандаши. Какие большие игрушки тут. А я все еще иду покупать карандаши. Так, мама нашла карандашки. Нет? Сейчас мы ищем карандаши вот тут вот. Где же эти карандаши? Ребят, кто видит карандаши? Карандаши с другой стороны. Где же карандаши? Ой, вот карандаши. Сейчас мы будем выбирать самые красивые. Так. Кастинг начинается. А, такие, а вон здесь еще ниже яркие такие. Мне нравятся вот эти няшные. Вот здесь очень няшные. Там с жучками, с божьими коробками. Я хочу вот такой. Какой? Жирафик. Ой, я хочу вот такой. Графика, вот и пчелки. Коробку хочу. Вот пчелки. Кастинг прошли два карандаша. Коробка и жирафик. Теперь ручки. Теперь ручки, да. Резинка. Нам надо с резинкой, чтобы было удобно. А есть ручка? Есть ручка, которая стирается? Вот, смотри, если вот такие черные, нет? Да, я хочу ручку, которая стирается, потому что я постоянно делаю ошибки. О, мой бог, я нашла няхи. Няхи, 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 няха, 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 няха. Нам сказали, что ручек со стирачкой нету, но мы будем выбирать другие. Мы не отчаиваемся, мы сильные. О, вот я нашла. Ой, ой, да, вот эту я люблю. Ой, это, кстати, вот, шариковая. Вот эту вот. Давай, мы берем вот эту. Розовую. И... ты взяла розовую. Розовую. Давай возьмем ярко-оранжевую. Нет, я хочу вот такую фиолетовую. И фиолетовую. Вот, вот что мы берем. А давайте фиолетовую возьмем пару ручек. Да. И еще берем моему любимому братику. I love you. Нет, вот, у него вот такие вот. О, а вот эти. Смотри, какая милаха. Класс. Но она, у нее толстый, по-моему, стержень. Ну, да, возьми такую. Мне нравится. Нет, не толстый. Тогда вот эти вот мы не берем. Да, бери еще такую. Еще такую берем. Няшка. На, и голубую. И голубую берем. У меня еще куча ручек. Так, да. Ребята, я нашла няшные карандаши. С алмазами. Или что это? Короче, с камнями. И мы увидели открытие.
выбираем для Саши. Да. Вот, сейчас хотим какую-то Саше выбрать. Может, не-не-не. Вот это классно. Да, вот это мне нравится тоже. А вот написано, не может. Хотя нет, это бег. Давай вот эту. Еле вытащила. Мы выбрали вот такую вот. А еще мы решили купить для Саши коробочку, ну, чтобы туда сложить пижамку. В общем-то, мы затарились на полную. Мы сейчас пойдем в кино и будем смотреть мультик «Коко». Ребят, сейчас я хочу найти чехол для камеры, чтобы ее туда ложить, потому что я боюсь, что камера поцарапается. Котик. Мы подружились с котиком. О боже. Злая собака. Розовый лысый ежик. Просто няшность. Селфи. Упала какашечка. А, блин. Я думаю, это какашечка. Это горошек. Ух ты ж. Неудобно. Что, мам, нашла? Это большая, маленькая. Не-не. Нам тут не подошло, но мы не отчаиваемся, как обычно, и ищем еще. Так, вот мама. Мама, наклонись в камеру. Тут? Да. А тут классные сумки. Тут очень няшные сумки. Точнее, крутые сумки и няшные животные. Вот. Где? Вот какие-то кошельки. Это коробочка, мама. Вот как косметичка. Ой, вот это вот. Да. Ну, вот это... Ребята, мы нашли косметичку. Ну, точнее, не косметичку, а как бы футлярчик для камеры. Мам, покажи футлярчик. Вот такой вот футлярчик. Мы нашли, и он нам подходит. Мышки в сыре. Их тут две. Ну, похоже, что. Мы уже выходим. Наша обновка. Идем смотреть сапоги. Нет, мам, пошли в кино. Я хочу сапоги посмотреть. Ну, идем. Мы идем в кино. Топ, топ, топ. Мы заходим в лифт сейчас. Там очень много народу. Да, там сейчас очень много народу. Болкаться. Уместились. Ребята, мы не нашли мультика Коко, но на сейчас не на это время, но мы нашли фэнтези, называется «Земля троллей». Вот мы на вот этом. Ребят, мы идем покупать попкорн. Ну, я буду чипсы, а мама попкорн. Нет, мама попкорн вообще не будет. А мама не будет попкорн, мама на диете. А я буду, я не на диете. Ребята, все, сейчас я уже иду на сеанс с мамой. И я уже купила, в общем-то, себе вкусняшку. И удачного нам просмотра. Увидимся после сеанса. Мы уже вышли с фильма. Фильм был очень классный. Всем советую. И... Честно, я очень устала, поэтому я больше не могу продолжить, мы скоро поедем домой. Ну а если вам понравился этот влог, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и вообще пишите комментарии. С вами была я, Red Fox Smile, Сонечка. Пока! Мама, у меня уже рука болит. Нет, я буду снимать. И еще я хотела себе такую жвачку для рук, но это... Но это какая-то... Проклятие! Угу. Мама мне не захотела ее покупать. Ну, в принципе, я сейчас понимаю, что она мне не нужна. Да. Она мне не нужна. Так, все, ребята. Все, ребята.